Санду объяснила свое участие в крымской платформе и отказ от саммита СНГ. Президент Молдовы подтвердила поддержку Украины своим участием в крымской платформе. При этом Майя Санду отказалась от последних саммитов СНГ и ОС. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на коммерсант. Она подчеркнула, что позиция Молдовы по Украине не изменилась. «Мое присутствие на крымской платформе», это дополнительное подтверждение приверженности Молдовы принципу территориальной целостности, независимости государства Украина. Наша позиция здесь не изменилась. Мы уважаем территориальную целостность Украины, и это взаимно, сказала Санду. Она объяснила, что на саммите СНГ присутствовала премьер-министр Гаврилица, потому что темы, которые обсуждались, являются прерогативой правительства Молдовы. Нам важен прагматичный диалог в этом формате, СНГ Red. Что у нас открытая внешняя политика, и что нам очень интересна эта платформа, потому что дает возможность продвижения наших экономических торговых отношений со странами-членами СНГ. Почему она участвовала? Потому что у правительства самые большие прерогативы в торгово-экономических отношениях. Здесь у правительства больше прерогатив, чем у меня, сказала Санду. Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Республики Молдова Майи Санду. Он заверил, что Украина готова и дальше помогать Молдове.